Tell me where the freaks at. Всем привет! Хочу поздравить всех школьников и некоторых студентов, ведь уже каникулы, ну и приятного просмотра. Ребята, перед началом своего видео я хочу вам посоветовать такой сайт, называется GRBest. Здесь вы можете заказать мобильную всякую различную прочую технику. Здесь есть также купоны на скидки, различные товары, сумки и обувь, многое другое полезное только здесь вы найдете, ребята. Ссылочку дам в описании. Всем привет, мы продолжаем играть в Poltergeist. У нас третий дом уже, в третий дом переезжает наша семья любимая. Судя по всему, этот дом гораздо больше, чем предыдущий. И наша задача, как всегда, выкурить их. Начинаем мы в аду, чтобы набрать побольше времени, так как дом у нас слишком большой. По сравнению с предыдущими, я имею в виду. Так, будем действовать аккуратненько. Так. Ах ты, бляха-муха. Вот. Опа, не попал. Тихо. Хорош, хорош, хорош. И ад какой-то новый, смотри-ка. Ох ты, ёб твою медь. Всё-таки... А! Да, это гораздо сложнее, чем было в предыдущих разиках. Ой, тихо, там большая соплюха была. Просрал, просрал. Так... Сегодня очень насыщенный день. Я за день записал буквально 3-4 серии по различным игрушкам. Ну, конечно же, выкладывать я в один день их не буду. Но все же, сегодня я более-менее свободный. И поэтому делать нечего, тем более за окном погода такая дрянь. Самое время, чтобы поиграть. Кстати, меня сейчас скоро убьют уже, это будет вообще не смешно. И я думаю, нам надо заканчивать уже в этом аду. Где эта кнопка, блин? О, соплюха большая, тихо. Ну, как он танцует. Кстати, заметили? Полтергейст у нас как вроде панк. Так. Вито от нас неподалеку. И Тони. Погоди. Так, ух ты, блин, смотри, как здесь здорово. Вито, здравствуй. Начнем с тебя. Так, что тут у нас? Пианино, фортепиано. О, доспех. Ну куда ты пошел? Так, здесь сразу, не размышляя, куда бежать. Смотри, он прям сразу сваливает. Вообще не канает так. Алло. Ну, блин, прыгай. Что-то клавиша заела. Собака еще приперлась. Вообще не кстати. О, нормально, нормально, нормально. Вот эта тема, вот эту тему, кстати, я не помню. Я, по-моему, на третьем домишке и просирал, когда играл еще на Сеге в нее. Да, я надеюсь, ты сейчас не свалишь. Хорош. Сейчас мы еще это успеем использовать. Так, тут что у нас? Ох ты! И все равно, как бы не сильно мы его напугали прям так, но он уже в ахере диком. Ох!
Хайд. Сейчас он свалит с этой комнаты, да. Там он еще соплюсь. Собака, не пали меня. Так, подожди, куда ты свалил? Друг. Ох, ты ж самый конец, в другой угол дома свалил. Так. Ну что ж. Нервы на пределе. Пора сваливать тебя с этого дома. Во, шок. Хорош, это, наверное, будет хайд. Да, это хайд, я угадал. Давай, нам надо вырехать, чтобы он обосрался. Ну, чё, всё, побежал, что ли? Погоди, куда побежал? Иди сюда. Я ещё с тобой не закончил. На выре, да? Отлично. Замечательно. На, еще тебе. Все, тюкай отсюда. Опять ты сюда, да, пришел? На тебе. Так, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой, убегаем. Так, кресло-качалка. Сейчас нам понадобится будет. А, ну сейчас он свалит, он уже ближе к выходу. Давай, тюкай отсюда. Блин, и больше некуда вселиться. А, ну все, скатертью дорога, Вита. Так, у нас рядом, в принципе, все рядышком у нас находятся. Тони, следующая жертва. Чуть-чуть надоедает играть, как бы это однотипное что-то, но... Ловушки как бы разные, сложность, что-то в ней есть такое, знаете, ребята. О, кстати, телескоп, он летает вроде бы. Так, у него уже сердцебиение. Воу-воу-воу. Давай, у меня время заканчивается. Шугайся, давай уже. Смотри, как мы Тони вообще в одной комнате. Есть. Мы живем еще, ребята. Еще есть времяца. Как раз он близко к выходу. Надо его выкурить будет за это время. Но я думаю, это будет совсем скоро. Буквально одна-две казни. Козни, точнее. А, ну я же говорю одна. Хорош. Так, либо Флоу, либо Мими. Пойдем к бабке. Бабка на кухне у нас тусуется, да? Сейчас. Почему здесь женский пол, ну, фотографии их, сделали настолько жесткими? То есть Тони и Вито нормально выглядят. А... они вообще ни о чем. Бляха-муха. О, жизнь-ка! Вот это повезло мне сейчас. Вот это вообще здорово. Я забыл уже, что такое существует тут. Так вот, почему-то Мими сделали какую-то зубастого вампира, а Флоу какая-то ведьма, блин. Это вообще что-то. То есть, Вита и Тони нормальные, кто-то явно недолюбливает женщин. Портреты их, это вообще... Это полный провал, ребят. Ах ты, задел. Задело. Соплюху большую взяли. Так, ну у нас уже, судя по всему, что мы пособирали, чуть больше нормы мы взяли, то есть еще и не половина даже. А! Мы сейчас очутились в конце ада. То есть вначале мы сверху шли, сейчас мы снизу. Я понял. Так. Ох, успел, отлично. Ну, мы уже две соплюхи большие собрали.
Я думаю, это очень даже хорошо. Кнопочка. Ну, это вообще просто было. А нет, смотри, мы полную шкалу собрали все-таки. Так. Подожди, тут раковина. О-о-о-о, ребята. Что сейчас будет? Давай-давай, обсыкайся, бабка. Давай, вот подходи, да, сюда. Давай-давай-давай, подходи. Чё там, печка? А, она уже валит. Блин, даже не все еще успел ей показать. Ладно. Мы с тобой не закончили. О! И ты сейчас, чувствую, тоже свалишь. Сейчас нам надо здесь очень постараться, чтобы она в другую комнату не убежала. А, все. Она не забирается валить. Чё за херня, слышь? Бабка, ты чё, бесстрашная, что ли? Музыка, блин, тут охрененная. О-о-о-о. Ну не знаю, почему это хайд. Это можно было квери хайда даже отнести. Так как это очень сильно бы напугало. Так, вот сейчас она точно к выходу свалит. Сейчас буквально здесь нужно ей совсем чуть-чуть пиночка дать. Давай, бабка. Давай. Ух, как она ускоряется. Давай, сейчас дверка открывается, и ты валишь, угадал? Да. Скатертью дорога, старуха. Остался у нас Мими осталась, нетроганная. Красотка, блядь, зубастая. Иди сюда. Здравствуй, Мимишка. Ты прям в натуре Мими. Просто жуть. Давай. Ты одна в доме, тебе уже должно быть страшно. Вот она даже не подозревает, что их родителей и брата больше нету в ее доме. О, вот это прикольная штука. Воу! Время-то уже к концу подходит. А у нее даже шока нету. Прикинь, как все хреново. А нет, все, шок есть. Давай. Сваливай. Во, молодец. Во, нормально-то говняшек дали. Так. Ага. В телефон, да? Так, подождем. Не знаю, почему это very hard. На, еще под конец. Все. Пиздец, короче. Сейчас она валить уже будет. Подожди, ты не туда. Красавица, иди сюда. Я еще не закончил. Ну. И в пол сразу. Давай, чтобы он не успел убежать. Во. Двойной просто. Просто по-двойному, красава. Давай. Молодец. А, там эта скотина еще летает. Мы, кстати, можем ее отпинывать. Я только сейчас научился. Все, походу мы закончим сейчас с вами уже. Что-то это слишком просто было, третье здание. У нас только вот проблема с кем была. С Флоу, да, она бегала туда-сюда. О, Мими, все. Вот и все, ребята. Закончили мы с вами. Все. О, красавчик. Я красавчик. Они покидают снова новый дом. Вита уже замучился. Вита, походу, миллионер. Смотри, сколько можно уже переселяться с одного дома в другой. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Будет весело. Мы еще будем с вами продолжать. И думаю, уже скоро закончим эту игру. Классную игру. И будем дальше потом сеги записывать в любом случае. Всем пока-пока, ребята.